фарбор или слетус, нас фарбор ставлю швес, нас карту, нас друге, юг на сердце, нас шейма, нас фарбор каскак альбес, нас фарбор повидес, нас карту, нас друге, нас эсэм, нас шейма. У нас вот так начинается утро. Не постоянно, а сегодня. Сегодня стали утром. Такая не сильная, но чуть-чуть такая метелечка. Снег мокрый, липкий. 0 градусов, да. Копать вообще невозможно. Завели машину и двумя лопатами будем чистить себе дорогу, хоть на работу поехать. А снег валит. Невозможно чистить. Ага. Прошли морозы, сейчас снега начались. Зима как надо. Свои зубки показывает. Ну все, пошла я чистить. О-о. Еле-еле движемся дальше. Едем на работу, нам надо в магазин за краской заехать. Так мы тут попали. О, гора лыжная. Где Леня ногу повредил. Моя знаменитая гора. Ха. Но закрыта она. Вот карантин нельзя. На природе нельзя. В городе вот такая бяка. Брызгали, не брызгали, я тут не понимаю. Нет. Машины раскатали. И нас вот тут чуть-чуть на повороте немножко занесло. Мы въезжаем в район с очень красивым названием. Волчья лапа. Белпеди. По-литовски. Волчья лапа. Нравится название. Только где эти волки, где та лапа. Непонятно. Вот такой с горки. А чего это название? Вот я даже и не знаю. В Вильнюсе волчья лапа. Наверное, с давних времен все тут пришло. А тут такой промышленный райончик. Тут всякие сервисы. Тут... такие мелкие бизнесы. Приятие. Там дальше Маквежа такая побольше. А с этой стороны лесок. Наверное, в этом лесу живет волк, и там лапы есть. Забрали краску, едем на работу. О, как все заснежено. Еле-еле движемся по городу. И
сколько едем, ни одной машины, чтобы чистила, чтобы убирала снег, мы не видели. И так сойдет Рункелем. Кому там что-то потерял? Может, кусочек что-то и для меня остался? Бурундя. Помыться хочет. Ты уже там не лезь. Все равно останешься черными пятнами. Не отмоет тебя. А может, отмоет. Видно, кот что-то там лезет, что-то он. Пошли снег чистить. Да. Нас замело вообще сколько? 8:30 на работу попозже поедем. Пойдем снег копать. Да по колено почти. Ну, котик, выматывайся оттуда. Ну, этот кот у нас такой смелый, он только какая щель откроется, ему все надо знать. Любопытный. Нашел себе местечко. Чужим в машину влезет, вовнутрь там посмотреть. Смелый ты у нас. Очень смелый. У нас какая-то аномалия. Вторые сутки уже. Снег идет, вот так, не переставая. Алёня тут решил измерить. Смотрите, эту скамейку я тут позавчера почистил. Вообще от снега чистил. Тут... И вчера начал... Вчера начал снег идти? Нет, позавчера уже начал, вечером. Было чисто. За сутки, в принципе, ну, за чуть больше. Сколько там? 33 сантиметра. 2-3 где-то плюс-минус. А здесь занесено было, а здесь 40. 40 сантиметров снега. Ну, здесь можно где-то ветер сдул еще. Кое-где 0.5 метра, потому что где-то яма. Я шел там за этим, вчера за теплицей, вообще пройти невозможно. Там все сметено в кучу, по пояс местами даже. О, ветки елки как легли на землю. Вот эта ветка, она должна быть вот на такой высоте. 1.5 метра. Да, аномалия какая. Наш котик по снегу, как амфибия. Но красота какая. Только что сейчас убирать придется тонами, просто тонами. Да, пошли туда снег покажи. Убирать. Снег куда девать, некуда. Куда снег девать? Все это подвал пойдет, надо куда-то увезти. Да, сейчас придется ветер. Ребятушки, это наша терраса. Я копала снег, вся мокрая, не пойду внутрь снимать. Это наша терраса. За две сутки. Придется и отсюда копать. А снег еще идет, идет, идет. Thank you.
Это у нас такое архитектурное строение природа нам сотворила. Ну, тут и опасно ходить. Я тут, ребята, рулю отсюда. Крышу такую сделали. Даже по-своему красиво. Доброе утро всем. Пятница. Морозик стукнул до 8 мороза сейчас. Красота. Едем вот на работу. Решил еще раз зафиксировать, пока снег не растаял. Такую красоту. Вот здесь что творится. Слой снега какой. В этом месте больше 40 сантиметров. Вот как все. Красота какая. Да, это красота. Красота, а крышу ломает. Здесь вообще, ну, слой 50 сантиметров. Наверное, скопилось. Я здесь не чистил ни с прошлого, ни с позапрошлого раза. Одним словом. И тут, в принципе, почти по колено. Все занесено. К дровнику подойти даже не могу, надо раскопать. После работы темно уже тут, приезжаем. Неохота тут вечер проводить. Я нанес тогда выходные дров. Так мне на неделю хватает. Вот. Эта часть тут уже вот обвалилась. Отсюда. Сама не знаю, или кто-то помог. Вообще стоишь шикарно. Под этим, под крышей такой. Тут ужас. Куча вот. Чуть ли не по плечо. Давненько так не было. Бывают такие зимы у нас. Но давненько, как говорится, столько снега не было уже. Тут котиком расчистил, там их кормлю диким разным. Ну, домашние, дикие приходят. Да. Не чищу специально свою беседку. Тестируем, выдержит или нет. Ну, вроде бы ничего не гнется, все нормально. С елки только, вот с той елочки стряхнул все, потому что жалко веток, если поломаются. Это еще чуть-чуть. Сегодня снежка подбавила ночью немножко, пару сантиметров. Вот все стряхнул, потому что они уже лежали вообще в снегу. Мне жалко, если поломают ветки. Снег. Не нужна такая красота, что после нее потом одни убытки. Ну все, ладно, едем на работу. Не свербу, кас как альбес, не свербу, арбавидес, без карту.